Если вы мечтаете, просто принимайте решение. Если вы на самом деле в глубине своей души этого захотите и так далее, искренно, рано или поздно жизнь создает вам возможность, что либо эта мечта придет к вам, либо у вас возможность появится, что вы дойдете до него. Просто надо делать для себя, и со временем появятся такие вещи. Не надо все делать через «не могу». Надо делать то, что вам нравится. Вы все деньги мира не зарабатываете, но свою жизнь делать лучше можете. Дорогие друзья, смотрите, все начинается из вашей мечты. Здесь я хочу, чтобы немножко останавливаться, потому что большинство людей сомневается в своих мечтах. Если вы мечтаете, просто принимайте решение. Принимайте решение, что когда-нибудь я хочу, чтобы такое у меня был. Просто делайте намерение и мечтайте. И самое интересное, это со стороны выглядит как будто слишком, ну да ладно тебе и так далее. На самом деле, так и есть. В моей жизни много раз так было, тебе скажу так. Вот как ты сейчас говорил, в моей жизни был такой случай. Однажды меня пригласили просто в Бишкеке, возле недалеко от школы Оксфорда. Мимо приезжаю, там один дом мне понравился. Ну, проехал просто так, посмотрели, говорю, что за дом? Напротив там как раз посольство Узбекистана. Он там стоит напротив посольства Узбекистана, там в Кыргызстане. Мне понравилось, я думал, вот был бы здесь у меня свой дом, мои дети пешком ходили в школе, голова не болела бы у меня. У меня был такой мысль. И вот просто задумался так. Пошел посольство Узбекистан получать визу. В те годы виза надо было получать. Мы граждане Таджикистана, была виза в Узбекистане. И у меня было выступление здесь. Там как раз пошел получать визу, откуда я видел. Я вхожу, там охрана, и напротив вот так стоит дом. Думал, ладно, было бы здорово. Мои дети как раз на этой школе ходили. Вот похожая ситуация, как сейчас ты рассказывал. Потом прошло где-то 1.5-2 года или 3 года вот так. Я прихожу в школу, и это охранник этого Оксфорда мне говорит, вы не хотите купить здесь, в этом районе, дом? Я говорю, а что за дом? И он мне говорит, вон там. Сижу, думаю, странно. Я просто допустил себе эту мысль. Эту мысль. И себе изнутри, сильно, глубины сердца, значит, этого захотел. И сейчас я этот дом купил там действительно, хотя сейчас мои дети малазы учатся, но все равно, что вот так и происходит. Именно почему-то именно этот дом, не что-то другое, именно это. Поэтому, дорогие друзья, я хочу, чтобы вы кое-что понимали. Если вы на самом деле в глубине своей души этого захотите и так далее, искренно, рано или поздно жизнь создает вам возможность, что либо эта мечта придет к вам, либо у вас возможность появится, что вы дойдете до него. Не имеет как значения. Главное, что это происходит в вашей жизни. А потом второй важный инсайт, который сейчас сказал Барум Джон, вы должны брать для себя. Делайте просто для себя. Он же, помните, сейчас сказал, для себя делали ремонт квартиры, появились риэлторы, которые говорят, ой, не хотите продавать? Или делали для себя, чтобы отдыхать там в коттедже со своей семьей и так далее, и так далее. И на тебе, что произошло? Люди появились, которые говорят, а вы не хотели бы его сдавать и так далее. Здорово, правда? Очень хорошо. Просто надо делать для себя, и со временем появятся такие вещи. Не надо все делать через «не могу». Надо делать то, что вам нравится. Это самая основная вещь. С удовольствием, потому что у вас должна быть жизненная энергия. Вы все деньги мира не зарабатываете, но свою жизнь делать лучше можете. Это вот такой главный вещь.